Привет! Я Евгения Юрасова, ведущий технолог бренда Формавита. Рада приветствовать вас на нашем обзоре, где я расскажу о ключевых моментах работы с минеральной коллекцией оттенков. Поехали! Минеральная коллекция от бренда Формавита – это сезонная коллекция оттенков, которая представляет собой отдельную палетку из 12 цветов. Вдохновением на создание таких смелых, детских и одновременно нежных и мягких цветовых нюансов послужила потрясающая своей красотой многогранность цвета минералов, их способность отражать и преломлять свет, получая огромное количество неповторимых оттенков. Отсюда и название «минеральное». Коллекция минеральных оттенков представлена в двух вариантах красителя – Life Color Plus и Suprema Color. Ранее мы уже ознакомились с основной палитрой этих двух красителей. Теперь давайте выясним, какие есть отличия у данной палетки оттенков. Итак, обращаю ваше внимание на некоторые особенности в работе основной и минеральной палитры. Рассмотрим рекомендации по использованию. При окрашивании тон в тон рекомендуем смешивать краситель с 1,5% активатором в пропорции 1:1. Время выдержки 30-35 минут. Максимальная степень осветления 1 уровень. Чтобы создать более светлый нюанс, смешать с оксидантом 3% в пропорции 1:1 или 1:1 на предварительно осветленные волосы 10-11 уровня глубины тона. Для создания коммерческих металлических оттенков после применения пудры рекомендуем использовать шампунь Silver. Минеральную коллекцию оттенков рекомендуем использовать в режиме тонирования как на влажные, так и на сухие волосы. Время выдержки до 20 минут, визуальный контроль. В данном случае допустимо изменять пропорцию смешивания с активатором в зависимости от желаемого результата. Допустима пропорция от 1:1 до 1:3 с активатором 1,5%. Для создания более прозрачных акварельных нюансов наносить краситель лучше на влажные волосы. А теперь давайте разберем некоторые оттенки из представленной палитры. Pink – это микстон для блонда. Для получения цвета, как в палитре, наносится на сухие волосы 10-11 уровня и смешивается в пропорции 1:1 с активатором. Для большей стойкости рекомендуем его усилить за счет оттенков из основной палитры, например, 0,22 или 6,26. Чтобы оттенки 11 и 12 направления, это 6,12, 8,12, 10,12, 10,11, соответствовали палитре, наносить их рекомендуется на предварительно обесцвеченное полотно, не забывая правила нейтрализации и репигментации. 72-е направление оптимально подходит как для тонирования, так и для работы на натуральном полотне. Но при использовании оттенка 7,72 на натуральное полотно волос необходимо усиливать позицию двойки за счет оттенков из основной палитры, таких как 5,20, 4,20, микстон виола. Оттенок 12,43 идеально подходит как подложка для сильно поврежденных волос и основа для создания теплых направлений – песочных, золотистых, персиковых, медовых и карамельных. А для создания на волосах розовых нюансов можно использовать коктейли из оттенков, предложенных в палитре, но только при условии их нанесения на предварительно подготовленную базу 10-11 уровня. Например, 10-21 плюс Pink, 10-21 плюс 0-22, 12-43 плюс Pink и 8-66, 10-21 плюс Виола, 10-21 плюс 6-26, Pink плюс 0-22 плюс 10-21. 12,43 плюс 10,21. 10,21 плюс 10,12 плюс 6,26. На этом список вариаций смешивания, конечно, не заканчивается. Это только толчок для вашего творчества и поиска в создании уникального индивидуального оттенка для волос вашего клиента. Палитра Mineral позволяет воплотить в жизнь все идеи даже самого искушенного колориста. Сегодня я рассказала вам об основных нюансах работы с коллекцией минеральных оттенков. Берем все знания на вооружение, применяем на практике и вместе творим красоту. С вами была я, Евгения Юрасова, ведущий технолог бренда Формавита. На этом я с вами прощаюсь и до встречи на нашем следующем обзоре.